Собственно, сейчас находимся на удивительном месте, одна из высоких гор, точек острова Кипр. Мы дошли до того места, далее которого нельзя не снимать, ни фотографировать. Где на животных нельзя охотиться. Ну, это само собой, вот просто знак написан, что запретная зона, фотографировать далее нельзя. Мы посмотрели, что там дальше, и наверху находится станция. Мы сначала подумали, что это какая-то радиолокационная. Констанция. Хотя, да, может быть, она и есть, просто поэтому и запрещено, слишком много защитных периметров, вот. А написано, что это такое? Это написано, что пожарная часть. Вот зачем пожарная часть на такой высоте, совершенно непонятно. То есть, чтобы все успели. Нет, понятное дело, да, что можно обозреть весь остров и понять, где у кого что горит, и приехать к ним ровно через 16 часов, для того, чтобы пожать руки и пособолезнуть. Видимо, для этого здесь место это и есть. Вот. Ну, высота примерно 1000... 400 с копейками. Ну, 1350, наверное, метров 50 мы не дошли, да вон туда. Ну, в принципе, наверное, сейчас уже пойдем назад туда. Да? Да.